вошел через окошко, а на спатре подкатил немножко. Он проник его квартиру с настроением немирным. Саня наш его приметил и сладко хотел ответить, но у Сани нет петухи, вот такая вот непруха. Саня, ты в порядке? Ты в порядке? В порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты скажи нам, ты в порядке, Саня? Вот открытое окошко, как твой анус потрепал немножко. Он проник в твою квартиру, он устроен, был невинно, Саня. Ты слегка хотел ответить, но петуха была против, Саня. Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты в порядке? В порядке, Саня, Саня, ты в порядке, ты в порядке, ты в порядке, Саня, тебя ёбнул, гладкий криминал. Мы вошли с заднего ходу, мы специально прогуляли школу, еле как тебя качали, ты был жутко опечален. Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты скажи нам, ты в порядке, Саня? Вот открытое окошко, как твой анус потрепал немножко. Он проник в твою квартиру, он устроен, был невинно, Саня. Ты слегка хотел ответить, но петуха была против, Саня. Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Тебя ёбнул гладкий криминал. Мужчина, не надо отвлекать людей. Вот когда убьют, тогда и звони.